Всем привет! Юдзуру Ханю, лидер мирового фигурного катания и символ спорта Японии. Первый современный фигурист-одиночник, дважды побеждавший на Олимпиаде. Это сейчас в Сендае все спокойно. А ведь всего 7 лет назад город пережил страшное землетрясение и цунами. Одно из страшнейших в современной истории страны. Ханю в одном из интервью рассказывал, что тренировался в день страшной трагедии. Увидев, что стены и потолок шатаются, он выбежал из катка, не переобуваясь. Это спасло ему жизнь. Спустя мгновение лед треснет, арена сложится пополам. Та авария унесла жизни многих людей. И страшно представить, что Япония лишилась бы самого известного своего гражданина. Точнее, даже не познакомилась бы с ним. Ханю был совсем еще юным подростком. Дом Ханю также развалился, и он с семьей жил несколько дней в приюте. Все было настолько плохо, что родители предлагали Юдзуру оставить спорт, хотя бы потому, что в городе не оставалось катков. Но Ханю не сдался и решился переехать в Канаду. В Японии у Ханю прозвище «Император». На Олимпийских играх в Корее фанаты стояли в очереди даже ради права бросить на лед ему игрушки. Помешательство на Юдзуру в родном для него городке дошло до того, что в местных кафе предлагают насладиться особым коктейлем из ароматного кофе со стружкой шоколада, замороженным чаем и фруктами под названием «Юзу Рауч». Он очень осторожен, и я думаю, что он прав. Ханю устает жить в стиле рок-звезды. И тренировки в Торонто – шанс пожить нормальной, спокойной жизнью. К тому же он очень скромный, говорит канадский хореограф Джеффри Баттл, бронзовый призер Олимпиады в Турине. Брайан Орсер говорит, что он понятия не имеет, какие у Ханю развлечения и что он любит. Он как робот. Для него нормально по 20 часов в день стоять на коньках, тренироваться и выступать. Иногда мне кажется, что его больше ничего не интересует. Канадцу не понять загадочную японскую душу. Не в традициях гражданина страны, восходящего солнца, делиться своим внутренним миром. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.